Московской области задержан житель города Раменское, подозреваемый в мошеннических действиях в отношении 87-летней пенсионерки. Схема распространенная. Злоумышленник позвонил на стационарный телефон женщины, представился следователем и сообщил, что ее племянница стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек. Для урегулирования инцидента потребовал крупную сумму денег. В результате потерпевшая отдала свои сбережения. Ущерб составил 360 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Идет работа по выяснению причастности подозреваемого к другим подобным эпизодам.